Друзья, всем привет из солнечного Петербурга. Стало так, чтобы более-менее было меня видно. У нас сегодня потрясающее солнышко, очень классно, тепло, настоящая весна. И вы не представляете, куда я сегодня иду. Сегодня впервые такой формат видео. Я иду к косметологу. И что самое прикольное, я вообще иду к косметологу первый раз в жизни. Вы не ослышались, я никогда не была раньше у косметолога, ничего не делала со своим лицом. И мне написала девушка по поводу бартера. И предложила за отзыв, за пост о ней, скажем так, прийти к ней на какую-нибудь процедуру. Сразу скажу, что ничего глобального, какие-то супер мощные чистки мы делать сегодня не будем. Я ей сразу сказала, что у меня, возможно, будет встреча сегодня вечером, то есть мне не нужно, чтобы лицо было какое-то сильно красное. В общем, надо, чтобы как-то адекватно все это выглядело потом. И она предложила тогда сделать, может быть, что-то из ухода, но я думаю, определимся мы уже по факту. Что касается моей кожи, сейчас у меня вообще ничего на лице нет. Как видите, нарощенные ресницы тоже уже почти все выпали. Завтра буду наращивать снова. И сегодня я такая вся максимально натурель. Конечно, перед косметологом я не красилась, чтобы лишний раз потом не смывать макияж. Я просто из дома приехала сразу сюда. Находимся мы с вами на метро Фрунзенская, недалеко от метро. И мою косметолога девушку зовут Зариша. Пойдемте же скорее смотреть, что сегодня меня ждет. Вот так вот выглядит вход. Он находится во дворе. И здесь что-то вроде бизнес-центра, видимо. Нам нужно на третий этаж. Добрый день. У вас тут какой-то бизнес-центр, да? Там администрация какая-то. Административное здание, да. Меня положили на кушеточку. Сейчас Зарина будет смотреть на мою кожу, чтобы понять, что мне лучше всего делать. У меня на коже... Я умылась и просто тоник, даже крем не мазалась, ничего нету. Да, мы сейчас тоже посмотрим. Так, я перчатки надеваю. Мы сегодня работаем, я повторяюсь, на Израиле, на Америке и на России. Я не привязана к какому-то определенному бренду, поэтому я могу, например, подобрать уход условно. И по бюджетному, и по премиум сегменту, в зависимости тоже от ваших пожеланий, от ваших. Итак, у нас есть легкое проявление купероза. Купероз это заболевание ненормализированного условного кровообращения. Если вот сюда вот посмотреть, то здесь у нас видно такую легкую венозную сеточку. Капилляры очень близко к лицу расположены. Ну, всегда так. На уход нужно акцентрировать внимание, что-то вот противокуперозное в плане линеек ухода. Вот здесь очень надо относиться внимательно в плане... Относиться внимательно в плане с перегреванием либо с терморегуляцией температур различных. То есть тут нельзя ничего сильно холодного, нельзя ничего сильно горячего носить. Наверное, если зимой домой после улицы заходите, то вот эта вот сеточка, она может быть даже больше происходит. То есть она, честно говоря, не обращалась сильно внимания. Вот. Но это ничего страшного, это просто особенность личная, индивидуальная ваша. Она никак не улучшает или не делает вас хуже. То есть такая есть. Но на нее нужно обращать внимание и смотреть, когда мы подбираем именно уход. Итак, что нам нужно сделать в принципе, чтобы осветлить, насытить, увлажнить лицо? Нам нужно для начала произвести очищение кожи, очищение от какой-либо ороговевшей кожи. То есть вот эти вот расшелушения есть, называется ороговение. С ними очень хорошо справится гамаш. Гамаш – это энзимная пудра. Энзимы, они имеют свойство в составе содержать в себе папаин. И вот эти вот клеточки маленькие, условно абразивные частицы папаина, они снимают все это шелушение. Супер. Трехуровневое очищение у нас заключается в чем? Я сначала провожу очищение обычной пенкой. То есть, если демакияж есть, то мы его снимаем. Какой-либо косметик, тоже мы его всегда снимаем. Далее я использую вот как раз-таки энзимную пудру, этот гамаш энзимный. И третьим этапом у нас с вами будет легкий молочный лактопилинг. А там условно есть кислоты. Как работают кислоты на лице?
если это, например, поверхностные какие-то кислоты, то они очищают первые два слоя кожи. Это роговой слой, блестящий и вот зернистый слой. Всего у нас 5 слоев кожи. Мы рассматриваем вообще дерму и кожу, всегда очень удобно клиентам объяснять в этом плане. То вот этот роговой слой, это как раз наше шелушение. Угу. А в период зимний период вообще, в принципе, жизни с повышенным отоплением, с какой-либо нехваткой солнца, витамина D, питание, увлажнение, у нас вот эти вот клетки рогового слоя на друг дружку наседают и получаются толще, толще, толще. Угу. Вот. Далее у нас вот эти блестящие зернистые. Все наши угревые узлы или воспаления, которые вообще либо существуют, они у нас берутся на базальном слое кожи. И вот когда мы работаем с пилингами и условно с кислотами, кислоты проникают через каждый слой кожи. И если мы берем, например, химию, то кислота растворяет щелочь. А вот здесь у нас всякие различные сальные пробки, бактерии, которые приводят к угрям, к воспалениям, и кислота их прорабатывает и растворяет. В принципе, чтобы освежить, омолодить личико наше, убрать какие-либо морщинки, видимые или невидимые, возрастные изменения, нам нужен молочный пилинг. Молочный – это такой легенький пилинг, который осветлит и увлажнит хорошенечко нашу кожу молочной. Это мы нанесли? Нанесли пенку очищающую, пенка из серии «Оксиген», которая возобновляет кислородное голодание кожи и насыщает кожу маленькими-маленькими такими, знаете, частичками лимонной кислоты, это для осветления, и частичками, забыла, как называется этот химический состав. А вот, кстати, хотела расспросить, когда мы умываемся, ну, очищаем кожу дома, ну, неважно, пенкой, там, каким-то средством, надо тоже вот так вот подольше это делать? Да, от полутора минут вообще любое очищение, да. Массажные линии у нас идет большая, от сколы идет малая сколовая линия, большая массажная линия по сколу идет. Потом у нас линии идут горизонтальные, получается, и вертикальные. Угу. И все очищение у нас идет узлами, мы как будто восьмерочки такие бесконечности против. Раз, я два, просто дома, три, когда умываюсь, четыре. Я прям нанесла. Одна секунда и смыла. Ну, а нет, мы же, получается, ничего. Вы нанесли, одну секунду подержали и смыли. В итоге вы просто как бы дали воды лицу. А вода у нас не увлажняет лицо. Так что умывание, да, у нас в любом случае идет минутка-полторы. Либо, к примеру, вот про умывание, что еще важно знать, у кого лицо воспаленное, либо проблемное, обезвоженное. Если мы используем различные в уходе массажные щеточки какие-либо, спонжики какие-либо, можно смело их утилизировать. Почему? Потому что, к примеру, вот у нас есть щетка, да, например, мы почистили, у нас вот на этом уровне какое-нибудь есть воспаление. Угу. И этой же щеткой она забрала на себя все эти бактерии воспаления и локально перенесла его по всему лицу. Угу. И то есть, если у нас был один, ну, прыщик, простым языком скажем, какой-то один прыщик, то мы его просто перенесли все бактерии на все лицо, и у нас через день-два может быть просто вот с одного перенести на все. Получается, мы сейчас пенку уже смыли, да, просто? Мы пенку смыли, мы сейчас будем наносить бриллиантовую энзимную пудру. Бриллиантовую. Много воды. Сейчас скажу, почему бриллиантовая. Вот сейчас нанесла много воды. Она просто как порошочек, да, и размазывается. Она, да, как порошочек, такая легенькая. Когда с ней очень-очень долго взаимодействуешь, буквально минутки 2-3, сейчас вода лишняя уйдет, я добавлю еще, и она будет сиять просто реально как это, с кристаллы Сваровски. Прикольно. Не передает камера, как блестит, но... Да, вот я отсюда вижу, вот отсюда смотрю. Здесь вижу всякие эти блестяшки по всему лицу. Ну, ладно. Я думаю, немножко передаст. А мы его как-то держим тоже, да? Да, он буквально сейчас еще минутку поработает. Я его промассировала таким легеньким массажем лица. Вот сейчас еще минутку, и мы его будем снимать, наносить легенький пилинг. Так, все, мы наносим молочный лактопилинг, да. Он, возможно, вызовет легкое покалывание, возможно, не вызовет. Я немножко чувствую, как будто припекает чуть-чуть прям. Да, да, да. Такое возможно. Вот на крыльях носика такое можно почувствовать. Ну, у меня вот сейчас на подбородке чувствую.
Хотя у меня кожа нечувствительная особо. Нечувствительная, но гиперемия сразу, видите, проявляется. Вот где я нанесла. Красненькая, да? Да, сразу покраснею. Ну вот такого, просто я знаю, бывает вообще чувствительный. Там чуть ли не дотронешься, уже там краснота. У меня такого никогда не было. И в плане вот каких-то болевых ощущений тоже вот там нечувствительная абсолютно. Ничего, всякий болевой порог. Наверное. Так, да, вижу, что уже что-то розовеет. Да, розовеет, ага. Пошла работа мышечных процессов кожи. Ну, это хорошо. Стимулируются наши коллагенчики, клетки эластина. А как он так стимулирует? Он тоже прорабатывает, это же все химия. Вот за счет того, что мы сейчас чистили вот этой энзимной пудрой, он сейчас глубже, да? Да, 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 вот как я объясняла, до этого мы сняли этот вот весь роговой слой, и он начинает проникать поглубже. Ну, это максимум, что будет с этим это такой легкий пилинг, скатка. Он сейчас застынет, и мы будем его катать, скатывать. Мы делаем либо массаж условно, как хотите, либо очищение ультразвуковым аппаратом, это мы из-под кожи, из недр все глубоко почистим, если есть какие-то сальные пробки. Но оно не будет у меня вот потом такое... красное, я бы хотела почистить, конечно. Вот, ну мы легенько почистим, не сильно, то есть прям легко-легко, и потом нанесем маску противовоспалительную или альгинатную. Ну можно, да. Нет, там не будет такого красного, вот это сойдет. Мне кажется, это эффективнее будет, ну как бы такой, чтобы прям почувствовать результат, что-то очистилось. Да. Да-да, в этом плане, да. Так, мы сейчас гель, да, наносим? Да, мы наносим гель. У него такой аромат жвачки. И будем тестовать. Вкусно, да, пахнет. Ментолово какой-то такой. Такой как будто охлаждает, да? Да, он охлаждает и вызовет легкое такое достаточно, даже не легкое, вызовет покалывание прям. Ну да, ментол, он прям как бывает для губ такие помады. Для объема. И начну работать с ультразвуковым скрабером на лице. Что такое скрабер? Сейчас я вам все расскажу, покажу. Ультразвуковой аппарат. Это аппарат, который применяется вот для очищения как раз таки глубокого воздействия очищения кожи. Для чего и как это все работает. Я сейчас его включу, он будет жужжать и пищать. И, кстати, на видео это будет жужжаться как не очень приятный звук, потом музыку какую-нибудь можно. Ну, я не буду сильно долго, да, чтобы показать. Там будет такой 8D-шный звук. Так, вот так выглядит у нас ультразвуковой аппарат. Как он работает? Я прохожу им по вашему обещанию. Можно голову немножечко открыть. Ультразвуковой аппарат под воздействием ультразвуковой волны, которая от него идет распыляет. Он собирает все отходное содержимое различных организмов. Потом мы будем наносить красивую инстаграмную альгинатную маску. А, то есть две маски даже нанесем? Да, мы будем наносить две маски. Она нужна для того, чтобы заживить кожу, регенерировать, потому что мы же сейчас ее травмировали ультразвуковым аппаратом. Мы ее чистили, соскабливали, грубо говоря. Нам сейчас нужно ее подзаживить и снять вот это вот все покраснение, румянец, который есть. Вот мы его снимем минуточек за 10, сейчас это все сработает. Тоже аромат, кстати, такой ментоловый, эвкалиптовый. Вот раньше были в аптечках у бабушек, у мам такие таблеточки валидол. Вот они какая-то похожи ароматом. А потом тоже мы... Тоже немножко охлаждает, да? Да. Приятненько такая. Это все для тонуса, как раз таки для насыщения кожи. Потом мы будем делать следующим этапом, завершающим, масочку, которая называется альгинатная. Так, поворачивай голову налево, 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 налево. Ой, такая холодная. Надо быстро с ней работать. Быстро, профессионально, красиво. Он застывает быстро? Максимально вообще. Поворачивай голову прямо. Сейчас еще какое-то время дождем, пока застынет.
Да, она сейчас застывает, мы с ней вообще 15 минут находимся. Выдерживаем время экспозиции. У нее 15 минут. Масочка начала застывать. Прикольное ощущение. И так все очень охлаждается. Лицо прям такое, как в холодильник засунуло. Крио эффект. Ребятки, прошло уже там несколько минут, как мы закончили. Пока немножко поболтали, уже почти сошла краснота вся с лица. И что хочу отметить, у меня кожа просто капец какая гладкая и мягкая. Я вот тоже говорю Зарине, я дома, когда делаю скраб, периодически, да, делаю какой-нибудь скрабик и масочку. Она, конечно, тоже гладенькая, чем, если сравнивать, да, с тем, когда нету скраба. Но вот такой, как сейчас, мягкой, мне кажется, никогда ее не было. Она прям как шелковая, прям аж рука, ну правда. Мне сравнивать особо не с чем, я на процедурах подобных не была, но вот эффект вот этой супер гладкой кожи очень мне нравится. И Зарина сказала, что у меня сейчас не будет вообще вот этих мелких шелушинок, у меня они постоянно видны, когда я наношу тональный крем. То есть все равно, знаете, когда вот наносишь, и вот они подчеркиваются немножко, визуально их становится даже более видно, чем без тоналки. И я вот очень сильно рассчитываю на то, что сейчас их видно не будет. Так, ребятушки, я вышла на солнышко, и действительно, смотрите, какое сияние на коже. Как будто хайлайтер, при этом кожа абсолютно сухая, вот на ощупь, и она очень гладкая. То есть я имею в виду, что она блестит не потому, что на ней там крем, нет, вообще абсолютно нет. Очень-очень-очень классное ощущение. Я даже немножко стала понимать девушек, которые что-то делают, какие-то процедурки регулярно, потому что, как я уже сказала не раз, я никогда не ходила к косметологу, но все-таки что-то в этом есть. Есть ощущение, что ты делаешь что-то приятное для своей кожи, что-то хорошее, полезное. И на самом деле мне ощущение в данный момент на коже очень нравится. Она офигеть какая мягкая, гладкая, шелковистая. Мне прям хочется ее трогать. Вообще классно на самом деле. В общем, контакты Зарины я оставлю обязательно под видео в инфобоксе. Если вам интересно, если вы живете в Петербурге, возможно, захотите к ней сходить. Вот, обращайтесь, пишите. У нее там несколько соцсетей есть, которые она ведет. Ну, а вам хочу сказать спасибо огромное за просмотр. Спасибо, что были со мной, разделили со мной мой первый раз у косметолога. Видео наверняка получилось очень длинным. Я посмотрю, как его сократить. И увидимся с вами уже в следующих роликах. Пока!